Зачем мне надо слушать про портрет какого-то Репина, если я Репина не знаю, вот этого чувака, которого он написал, не знаю, и вообще мне это все неинтересно. Вот, видишь, тебе даже картины попа показывает, сиди и занимайся математикой. Искусство абсолютно любого десятилетия – это миф. Это искусство? Искусство. Всем привет, меня зовут Мария Голубева. Сегодня у меня в гостях искусствовед Третьяковской галереи Марина Шилова. Марин, добрый день. Здравствуйте. Как начать разбираться в искусстве? Правильно ли устраивать корпоративы в галереях? Почему стоимость картин растет после смерти художника? И когда банан, прилепленный скотчем к стене, становится экспонатом, рассказала искусствовед Марина Шилова. Марина, расскажи, как для начала начать разбираться в искусстве и как подготовиться к походу в Третьяковскую галерею? Ну, во-первых, все зависит от возраста. Я бы посоветовала, если у вас есть маленький ребенок, то водить его в музей уже с годика. Пусть просто привыкает к атмосфере. И я хочу на собственном примере рассказать, как это было у меня. То есть меня водили родители в музей, мне кажется, с тех пор, как я научилась ходить. И я ничего не понимала, и не могу сказать, что даже чем-то особенно там с 3-4 лет начинала интересоваться, но уже была сама радость, что мы идем с родителями куда-то. А затем, там ближе к 5-6 годам, моя мама обнаружила, что я очень тупа в математике. И с утра до вечера в будни тренировала меня 3 плюс 2, 5 плюс 7. А по субботам папа ей запрещал со мной заниматься, потому что у нас день музеев. И музей стал для меня неким таким спасением, куда мы приходим, и можно не думать о том, что тебе сейчас на ухо скажут 6 плюс 8, сколько будет. Так продолжалось до определенного момента, когда мы были на экскурсии и переходили от одной картины к другой, и пока гид сделал паузу, мама, перед нами была такая картина с обнаженной женщиной, написанной со спины. И мама мне на ухо сказала: «Вот, видишь, тебе даже картины попа показывает, сиди и занимайся математикой». Это немножечко разрушило образ музея как место, где я буду всегда находить спасение. Но спустя определенное количество лет, когда там в школе, в период, в какой-то первый период девичьих слез, я шла по Москве и думала: «Вот куда мне пойти, где мне будет хорошо?» И это удивительно, но я пошла в музей. Даже помню, что я пошла в Третьяковскую галерею и смотрела пейзажи Щедрина, и мне становилось все легче и легче. А если у вас ребенок-подросток, то сейчас потрясающие курсы в Пушкинском музее QE и CLI, я тоже там когда-то туда ходила. А в Третьяковской галерее очень талантливо сделаны лектории в историческом музее. Ну и плюс в каждом музее есть книги, там, к примеру, в Третьяковской галерее искусство там по векам, начало 18 века, середина, второй половины, 19 и так далее. Но есть такие некоторые признанные мэтры, как Турчин, Сарабьянов, Поспелов. Если ознакомиться с их литературой, то ты уже изначально, конечно, априори будешь воспринимать картины по-другому. Марин, скажи, пожалуйста, вот если первый раз идти с детьми на выставку, ты бы посоветовала сразу брать экскурсию, гида или просто пока познакомиться, посмотреть? Вот как лучше начать приучать детей? Есть разные методы. К примеру, собственно, вот Мокотинский написал книгу о духовном искусстве. И многие считают, что нужно приучать детей к искусству именно по его, не то что методу, а советам. Ребенок видит краски, ребенок видит разные цвета. И каждая краска у нас вызывает сначала чисто физическую ассоциацию. Тебе что-то приятно, что-то неприятно, ты на что-то долго смотришь, от чего-то отводишь взгляд. Но чем раньше ты приучаешь ребенка к искусству, тем быстрее у нас еще получается психологическая реакция. К примеру, синяя краска. Нам сначала холодно, да, как вот воду ты пьешь ледяную, но потом у тебя рождается цепочка реакции, она уже становится психологически. Тебе холодно, ты вспоминаешь какие-то моменты такие холодные в своей жизни. И уже по-другому, то есть тебе даже не важен сюжет, тебе важна сама живопись, как ты воспринимаешь краску, форму. Это рождает цепочку каких-то ассоциаций. Это один метод. А второй метод, наоборот, с самого начала ребенка водить на лекции для детей, чтобы он понимал, что искусство – это духовное отражение эпохи, а почему при Петре писали так, а почему при Екатерине вдруг изменился стиль, изменились сюжеты, а почему вдруг авангард у нас
выглядит именно таким образом и почему квадрат Малевича считается иконой 20 века. У взрослых разные подходы, поэтому кто как считает правильно. У меня там часто бывают детские экскурсии, и на самом деле сейчас это, наверное, мои любимые экскурсии, потому что дети какие-то невероятные. И всегда, когда приходит целый класс, есть некоторые супер увлеченные, которые там прям стоят вплотную к тебе, смотрят тебе в рот, и боятся, у них куча вопросов, они прям супер-супер увлечены. А обязательно бывают какие-то такие... Тут стриженные с этой стороны татухи, выкрашенные. И я всегда говорю, что я совершенно не призываю вас меня слушать. Это не обязаловка. Музей не должен ассоциироваться, вот как раньше сели, там все слушают меня. Я говорю, просто единственная фраза, ну там, не мешать остальным, чтобы нас просто всех не выгнали отсюда. И один мальчик у меня спрашивает, ну а зачем мне надо слушать про портрет какого-то Репина, если я Репина не знаю, вот этого чувака, которого он написал, не знаю, и вообще мне это все неинтересно. Я ему говорю, что, конечно, я тебя понимаю, когда есть базовые потребности у человека, как, ну что надо одеться, надо добыть пищу, надо где-то жить, это вообще все не нужно. Я говорю, но следующая потребность человека – это умение испытывать восторг, это умение наслаждаться. И, собственно, чем больше ты будешь приучать себя к насмотренности разных красок, да, сочетаний цветов, чем больше ты будешь видеть картин, ты уже не сможешь, ну, это у меня там, может, больная тема, жить в доме, где балкон сделан из шифера. Там ты уже не сможешь пить чай с кружки с некрасивой салфеткой, ты будешь окружать себя прекрасным. Это будет требовать большего вложения средств. Следовательно, ты будешь больше хотеть зарабатывать денег, чтобы окружить себя прекрасно. Я говорю, ты будешь правильно сочетать цвета и в одежде, и в волосах. Удалось убедить. Да, да, все. После того, как окружить себя прекрасно, и в этом тоже есть экономический прогресс, он все, он забыл о своих вопросах и начал слушать внимательно про портрет Репина. Марина, а что бы ты посоветовала почитать, изучить, чтобы лучше начать разбираться в живописи? Ну, если ты ребенок, то вот в каждом музее продаются книги, их много, они все прекрасные, как объяснить ребенку про искусство. Я бы посоветовала бы смотреть фильмы и про там импрессионистов, снят прекрасный фильм BBC. Ну а если русское искусство, я бы почитала бы там и Сарабьянова, и Турчина. Что, по твоему мнению, лучше, гид или аудиогид? Ну, смотря какой гид, смотря какой аудиогид. Гид — это все-таки твой проводник в искусство. И каждый гид может тебе открыть совершенно новую страну. То есть, для примера скажу, вот у нас была выставка «Мунка» в Третьяковской галерее года 3 тому назад. И я считала, это вот мое мнение, что Мунк — это художник, который был рожден с определенными заболеваниями, панические атаки, неврозы, такое легкое сумасшествие. И с помощью живописи он излечился абсолютно от всех недугов. Я вела людей как раз на первый этаж, и он стал, может быть, неинтересен для искусствоведов, потому что его живопись стала здоровой и немножечко, может быть, не так интересной, не такой яркой, даже банальной, потому что он выздоровел. И я показывала пороки его, вот как раз когда его раздирало там пьянство, все его вот эти терзания душевные, когда он сходил с ума, но точно так же я акцентировала внимание на том, что с ним стало. Да, что стало с его женщинами, что стало с его героями, даже несмотря на то, что эти картины не представляли такой художественной ценности. Для меня было важно там показать, что с помощью живописи можно исцелиться. Кто-то делал акцент только там, потому что там действительно тебя захватывает буря страстей, и тебя аж начинает потрясывать. И, в принципе, можно даже было не говорить о том, как он выздоровел. То есть у всех был свой акцент – показать бурю или показать, что можно сделать с помощью искусства. Либо там у нас недавно была выставка Врубеля, и там на одном этаже была его демониада, а третий этаж
А второй этаж было чистилище, то есть его рисунки, когда он находился в психиатрической больнице. Вот, к примеру, мне настолько было там самой тяжело находиться, что мое мнение, что можно лучше это вообще не смотреть, потому что от этого тяжелый осадок. А моя ближайшая подруга, очень талантливый искусствовед, говорила: а я сразу иду на второй этаж и показываю людям, потому что вот это вот искусство. То есть тут важно, на кого, восприятие на кого ты попадешь. Так у тебя может быть абсолютно разный Врубель и разный Мунк. А все-таки аудиогид – это что-то очень нейтральное. Это выверено каждое слово. Это что-то безэмоциональное. С одной стороны, тебе это точно не испортит, но с другой стороны, у тебя, наверное, не будет какого-то ярко выраженного эффекта вау. То есть там все очень-очень выверено и нейтрально. По твоему мнению, каких художников стоит знать образованному человеку? Вот я поняла, что от таких клише нужно уходить. Раньше я думала: о, он пришел, не знаю, кто такой Репин, боже мой. Сейчас я понимаю, я встречала на своих экскурсиях так много потрясающих людей, невероятно образованных, глубоких, которые сделали прорыв там в металлургии, которые создали какие-то супер IT-проекты, которые действительно создают вещи, которые будут прорывом и в медицине. Но они знать не знают, кто такой, я не знаю, Боровиковский. Вот правда, вот фиг бы с ним. Потому что они супер талантливые в своем деле. Да, в своем деле. Поэтому я стала уходить от таких клише, и человек может не знать ни одного художника, при этом вызывать у меня огромное чувство восторга. Скажи, пожалуйста, какая у тебя была самая запоминающаяся в целом выставка в России, которую ты посещала? Ну, все-таки, наверное, выставка связана с какими-то личными, да, воспоминаниями. И когда мы делали в Третьяковской галерее выставку Верещагина, нужно было разработать поездку для спонсоров и меценатов музея в Узбекистан по местам Верещагина. То есть мы сначала показывали им выставку, которая была действительно очень круто сделанная, а потом мы с определенной компанией, я в том числе, ездила в Узбекистан, в Самарканд, в Бухару и в пустыню, и вот с этими репродукциями Верещагина, то есть ты показываешь апофеоз войны, где груда вот черепов на этой выжженной, абсолютно выжженной земле с воронами, и 8 часов едешь точно по такой же пустыне, по которой скакал Тамерлан, ехал сам Верещагин, и вот рассказываешь. Это, конечно, совершенно другое восприятие. То есть Верещагин же тоже путешествовал и документировал все как журналист. И когда ты видишь, что видел он, когда ты тот же воздух вдыхаешь, ощущение, все так же тяжело, как же, так же, как ему, потому что там жара и вообще там отсутствие каких-то условий. И когда-то начало уже казаться, под конец выставки, что мы с ним жили, что у нас были общие дети, что это вот серьезно, вот настолько. Ну и сама выставка, конечно, тоже была невероятной, там и кураторы организовали привоз архитектурных элементов из Узбекистана, то есть это был такой синтез всего, и это было здорово. А отличаются ли выставки в Европе и в России? Если да, то чем? Последние годы все-таки происходит некое уравнивание. А до этого, ну, как правило, выставки в России все-таки имели такой шаблон, что вот у нас есть юбилей художника, рождение или смерти, вот мы к этому юбилею делаем выставку, вот мы в хронологическом порядке, да, развесим его работы, либо придумаем какие-то серии, ну, вот такой более-менее традиционный. Опять-таки, последние 5 лет ситуация сильно меняется. А в Европе всегда, ну, не всегда, а значительный тоньше срок, а на первом месте кураторская мысль. То есть куратор хочет донести определенный посыл, месседж, очень важную идею этого художника и выстраивает все искусство именно вокруг этой идеи своей. И, к примеру, у нас в России моя подруга делала прекрасную выставку «Русская сказка», на которой как раз в центре была кураторская мысль, и она совмещала и современное искусство, и искусство прошлого, русские сказки, и как современное искусство переосмысливает искусство прошлого, это всегда рождает какие-то новые смыслы, новые слои. Ну, а все-таки говорить, если о разнице, у нас начинает развиваться кураторская мысль, а там она уже существует более
долгий срок. Скажи поподробнее, по какому принципу вообще проводят выставки, и как определить, что именно эти картины, да, которые вы отбираете, заинтересуют гостей? Но я сама не куратор, я выставки не организовываю. Такой самый легкий путь — это, в принципе, по доступным каналам связи у фокус-группы, то есть у твоей аудитории, спрашивать, ну, из серии там в Инстаграм или в Телеграме Третьяковской галереи, у зрителей, подписчиков спрашивают, какую бы выставку, кого вы хотели бы увидеть в ближайшее время, там, Шишкина, Рериха, Айвазовского. Вот люди голосуют, тем самым мы видим, кто сейчас более востребован. А второй путь, он такой более тяжелый, более глубокий, когда куратор чувствует в воздухе некие очень актуальные моменты. Mm-hmm. К примеру, сейчас это, безусловно, вот, наверное, не сейчас, а еще год назад, это тема экологии. Да, использование переработанного пластика, как вообще сохранить природу. Но тема экологии — это действительно, вот даже в сфере искусства была очень важна. Вот в Третьяковке сейчас будет открываться выставка, посвященная животным, посвященная снежным барсам. Также я думаю, что все, что касается там женской натуры, музы, вот это все будет нужно. А как вы выстраиваете маршруты и вообще готовитесь к лекциям, которые вы проводите для групп? Ну, все-таки у нас есть методисты, которые пишут методические материалы, и потом каждый гид уже по-своему, естественно, это все через себя пропускает. Так выстраиваем маршруты. Все-таки в основе всего кураторская мысль. А не устаете говорить каждый раз одно и то же? Ну, каждый раз одно и то же я, к примеру, не говорю. А всегда это не самое сложное, потому что я вот думаю, сейчас мне хочется... Эта тема для меня важна, вот на нее и буду делать акцент. В одном маршруте я могу показывать одни картины, на другом маршруте через 3 часа могу их менять. Сложно другое. То, что все-таки я поняла, что люди на самом деле приходят на выставку не для того, чтобы узнать, что не Шишкин написал «Медведей», там, а его друг Савицкий, к примеру. Ну, и за этим тоже, но в основном все люди, которые идут на выставку, как это ни банально звучит, они все идут, ну, за любовью, вот за каким-то таким чувством наполнения. И очень важно, в каком ты находишься состоянии. Если ты прям в выдохе, и у тебя раздражение на весь мир, то как бы интересно ты ни говорил, ты излучаешь некие вибрации, и все пойдет не так. И даже бывают такие ситуации, что вроде ты излучаешь все, что надо, но ты сталкиваешься первые 5 минут с таким, что ты не знаешь, как на это реагировать, и как абстрагироваться, и как дальше продолжать излучать. Но там из серии однажды я водила, у нас было мероприятие, водила группу, и вдруг ко мне прибегают люди, говорят: «Выручай, приехал какой-то министр, а бывший, я его знать не знала, при Лужкове был, нужно срочно, значит, вот я только закончила, без перерыва бежать ему вести». Ну, я пошла, то есть был министр, сзади была, бывший министр, сзади была его, ну, не свита, но... Группа поддержки. И вот министр стоял с таким лицом, как будто его вырвет прямо сейчас. И это выражение лица не менялось в ходе всей экскурсии, ни на секунду, оно у него вообще не менялось. И реально казалось, что его вырвет вот прямо через секунду. И мне нужно было абстрагироваться от этого, нужно же было как-то довести. И на следующий день, собственно, звонит эта девушка, которая попросила все бросить и показать ему выставку, и говорит: «Вот я хочу поблагодарить и прислать там вам цветы». Я говорю: «Ну какой поблагодарить? У него было лицо, как будто его сейчас стошнит». Она говорит: «Да нет, у него всегда такое». То есть даже когда он супер счастлив. Не стоит обращать внимание. Да, не стоит обращать внимание. Вот, то есть я понимаю, что все люди разные. Либо однажды приходит ко мне пожилой мужчина, мужчина помладше, и двое девочек, там, может быть, 15-14 лет. Я просто знала, что их попросили провести той фразой, что это высокопоставленные люди, вот к ним постарайся вот там им все показать, и то, потому что это прям вот важно. Девочки постоянно ноют, зачем их привезли в Москву, отвезите их обратно в Париж, к Родену, в Лувр, они не хотят вот это все смотреть. А молодой человек постоянно говорит по телефону: «Я только начну», он постоянно: «Алло». А мужчина говорит: «Так, все, с этим ясно, давай вот это». Я понимаю, что я не справляюсь с ситуацией, вообще не справляюсь. У меня же начинают гореть щеки, как будто бы на меня льют кипяток. И
10 минут всего прошло, я понимаю, что я не справляюсь. Я думаю, что мне еще так предупреждали, что вот им нужно показать. Нужно. Все, да, и нужно. Я думаю, ну если я 10 минут и уже вся в кипятке, я не выдержу 1,5 часа, я уже вижу, как меня увольняют. Потом думаю, что важнее, чтобы меня уволить или вот это все терпеть. На 15-й минуте я разворачиваюсь и говорю, значит, так экскурсия закончена. Ничего это. Я им говорю, ну как бы прямым текстом, что вы в свой Париж, вы по телефону, я говорю, а вы кому-нибудь другому. И объясняю, почему, и что я чувствовала в этот момент. Вдруг девочки резко изменились и начали рассказывать, почему их отправили в Париж, и они вообще туда не хотели. Значит, молодой человек начал рассказывать, что у него за дела, и вообще он сейчас выключит телефон и будет только в искусстве. И они написали такое благодарственное письмо на имя моего руководства, что, ну, наверное, ну, никто таких не писал, и во многом облегчили мою жизнь. А начиналось все вот именно вот таким так, вот таки, образом. Кто бы думал, да? Кто бы думал, да. Марина, каким образом реагировать, если в процессе экскурсии ты понимаешь, что есть человек, который знает больше, чем ты? Я понимаю, что на самом деле, когда попадаются люди, которые знают все, ну, вернее, очень много, они, как правило, очень скромные. А когда, скорее, такие выскочки, которые знают один факт, но хотят показать всем, что они самые умные, это вот скорее выскочки. Поэтому надо дать им высказаться. И они успокоятся. А что лучше, групповые или индивидуальные экскурсии? Но проще водить групповые, это точно. Почему? Групповые, тебя немножко рассеивается внимание, и тебе на самом деле от этого проще. А личное, ты очень глубоко погружаешься в человека, и очень глубоко человек погружается в тебя. И ты, как ни странно, отдаешься значительно больше. И после индивидуальных экскурсий, лично у меня, вот хоть капельницу мне ставь на 20 минут, да, даже если все было хорошо. Потому что тут как-то их много, ну, людей много, и ты даже немножко стену выстраиваешь, потому что не можешь только к одному обращаться. А тут у вас диалог, диалог может быть разным, и это тяжелее. Если во время экскурсии человек испортит, повредит экспонат, кто за это несет ответственность? Ну, человек. Тут постоянно еще смотрители, которые говорят «не трогать, не трогать». Но я заметила, что на смотрителей никто не обращает внимания вот с этими «трогать, не трогать», «фотографировать, не фотографировать». Но если я скажу человеку или особенно ребенку, что его папе придется что-то продать, если он дотронется, да, все сразу ребенок от ужаса уходит и больше ничего не трогает. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что в галереях проводят корпоративы? Я очень положительно отношусь к этому, очень положительно. Тут, конечно, корпоратив корпоративу рознь. Если корпоратив сделан таким образом, что у вас изысканный кейтеринг, у вас звучит специально подобранная, тематически верная к выставке музыка, если вы к просмотру выставки добавляете перформанс, какой-то связанный с выставкой. Мы так делали много раз. И у человека получается такой вечер, что он приходит, он не на голод... после работы, да, он не на голодный желудок туда идет. И не какая-нибудь там оливье с пирожками, а это какая-нибудь почти мишленовская еда, тоже красивая, и в подаче красиво. Звучит музыка, человек расслабляется, какая-нибудь очень красивая сценография, тоже тематически связанная с выставкой. Потом он идет на просмотр, у него будет лучше впечатление, и у него будет лучше эмоции, и завтра у него точно будет лучше настроение. И, в принципе, я считаю, что в музеях должны быть необыкновенно вкусные, красивые рестораны и кафе. И музей должен быть сделан вот как в Европе, что ты можешь прийти утром, очень вкусно позавтракать, причем это должно быть красиво, уютно и вкусно. Отдать своих детей куда-нибудь, ну, в студию, сам пойти. И, в принципе, в Европе в музее можно проводить целый день. И было бы здорово, если бы у нас было бы так же, и никто бы на тебя не кричал, ну что можно было бы что-то трогать. Вот у нас, к примеру, есть сейчас в Новой Третьяковке целый зал, где библиотека Арзамас. То есть ты можешь прийти, пойти туда, читать книжки, потом пойти в кафе, потом вернуться на выставку. Чем комфортнее, чем красивее, тем вкуснее. Даже если это никак не связано конкретно с искусством, но чем больше всего этого в музее, тем дольше там будут люди, тем им будет там комфортнее. Галерея — это место для знакомства. Знакомство — это вещь субъективная, судьбоносная. Если говорить субъективно, вот я не приемлю знакомство через интернет. Хотя я знаю, что мои близкие подруги делают это весьма удачно. По мне, все-таки лучше это будет нечто судьбоносное.
и случайно, и спонтанно. Поэтому недаром на вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Нет, по мне бы это место для знакомства. Вполне можно. Вполне, да. А есть такие истории, когда вот знакомились? Есть даже знакомство, что семьи. Молодой человек делал предложение, и я знала об этом. Мы разработали специально такую экскурсию о любви, как же там называлось, романы в искусстве. То есть он пришел с девушкой, специально подготовленный экскурсовод, повел им экскурсию. Они пришли поздно, когда уже в Новой Третьяковке было очень мало народу. И он, этот экскурсовод, вел экскурсию со специальной тематикой. Про любовь, про любовь, про любовь, про любовь, про любовь. Потом уже за 5 минут до окончания работы музея там было 3,5 человека, экскурсовод удалился, молодой человек сделал ей предложение, она согласилась, они выходят на 3-м этаже, а там все их друзья. То есть мы знали об этом с транспарантами, ура, она сказала да. Вот это было при мне. Супер, романтик. Романтик, да. Марин, разбираются ли бабушки-смотрительницы в искусстве? И почему именно люди пожилого возраста? Почему пожилого? Наверное, все-таки потому, что со стороны кажется, что это слишком просто, а на самом деле это очень сложно. Да, сидеть и контролировать, особенно когда яблоку некуда упасть, куча народу. Разбираются ли они в искусстве? Ну, тоже нельзя так сказать за каждую бабушку, но я знаю, что у них свои понятия об искусстве, да, это я точно знаю. То есть и не так уж бабушки-смотрители рвутся там, к примеру, со мной общаться. Вот однажды было мероприятие, одной бабушке, она должна была остаться, ей стало нехорошо. Я к ней подхожу и говорю, что давайте отправлю вас на такси домой. Она говорит, нет, такси, ты что? А она такая уже еле сидит, ей прям плохо. Я поеду сама. Я говорю, ну нет, ну вы же женщина. Я беру, значит, так... А у меня там ждут, там экскурсии, мероприятия. Там я говорю, так, Наталья, давайте свой адрес говорите. Но она из серии, там говорит улицам, там, Никулинская, дом 6. Я сбиваю и ухожу. Через 15 минут бегут. Все подруги Натальи вот с такими глазами, что я очень на скорости все делала. И она, к примеру, живет на Филях, а у меня там высадился город Долгопрудный. И Наталью уже с гипертоническим кризом, который и так начинался, везут в Долгопрудный. Она просит водителя повернуть, водитель не понимает по-русски. Я пытаюсь сменить... И вдруг у меня глючит телефон, у меня не получается поменять адрес маршрута. Я ему звоню, но Наталья уже в отключке. Вот. А водитель говорит, что куда он повезет Наталью, туда и повезет. Ну, пришлось поговорить с ним так, как я в жизни с людьми не разговаривала. В итоге все-таки он Наталью довез. С тех пор она стала моей ближайшей подругой. Мы когда видели друг друга, она неслась ко мне, значит, через все залы. И она как раз, она мне говорила, ты про эту картину не очень... Рассказывай. И я тебе говорю, все, значит, мужчины смотрят вот на эту. И там объясняла свои параметры. Там. Ты вот пойми, что тут слишком много смысла. Вот я постоянно слушаю, а вот здесь натура. Вот давай про эту. Говорят о том, что большинство картин, которые находятся в галерее, они копии оригинала, находятся в частных коллекциях. Так ли это? Ну, у Третьяковки точно не так. У Большака там много вот среди авангарда. Да, у нас в Третьяковке я убеждена, что все оригиналы, но есть, да, есть случаи. Даже конференция об этом создана, да. Что в галереях, там среди авангарда действительно много фальшака. А ты сможешь отличить копию? Я нет, от все-таки это делают эксперты, но, естественно, когда я вижу выставку персональную одного художника, и ты, собственно, идешь год за годом с ним, и ты уже чувствуешь его мазок, ты чувствуешь, как он меняется, и вдруг в 78-м году по сравнению с 75-м появляется что-то, что вообще ему не свойственное, ну, конечно, я определю. Но бывают такие, как Ларионов, которые могли в конце жизни менять датировки всех картин. Вот. И в 75-м писать то, что по стилю было, там, не знаю, в 25-м, подписываться в 23-м. Ну вот ему весело было от этого. И тут, конечно, совсем сложно. Давай мы с тобой поговорим про современное искусство. Представим висящий на стене банан, прилепленный скотчем. Это искусство? Искусство. То, что история искусства, если мы будем говорить про историю искусства, оно прошло все стадии приближения к реализму. Изначально все стремились к тому, чтобы предмет был максимально приближен к реальности, предмет, который изображают.
Это делали академическими способами, делали правильную светотень, колорит. Ну, как учили в академии, да, чтобы предмет, который я изображаю, максимально соответствовал натуре, действительности. И вот они это все десятилетиями, эти гипсы, да, все писали, светы, вот, строили правильные перспективы. Там затем были импрессионисты, которые говорили: нет, вот раз я фиолетовым, я подойду к тебе, ты в розовом, я, будет живопись рефлексов, и все немножко по-другому. Потом были кубисты, которые говорили о том, что мы-то трехмерные, а холст двухмерный. Если мы говорим про реальность, то мы должны развечлять предмет, чтобы трехмерное изображать на двухмерном. И все это дошло до некого абсурда, да, вот эта попытка изобразить реально что-то. И плюс появилась фотография, и плюс появился кинематограф. И, собственно, с тех пор, как в 1917 году Марсель Дюшан пытался экспонировать на выставке унитаз, обычный писсуар, который он назвал фонтаном, с этой поры у нас начинается отсчет другого искусства, искусство идеи. То есть в основе любого произведения искусства лежит идея. Если, как ты там сказала, банан, прилепленный скотчем, если за этим стоит какая-то креативная концепция, да, какая-то идея, то да, это может быть искусство. Марина, вот давай представим ситуацию. Стоит унитаз, перетягиваем его красной лентой. Вот в какой момент тот самый унитаз становится искусством? Когда художник презентует вместе с этим идею. То есть он становится ready-made. Что такое ready-made? Это промышленный товар, да, который экспонируется как арт-объект. У нас даже есть специальное это слово ready-made. Марин, как искусствовед интерпретирует картины, которые были написаны много лет назад? То есть каким образом он понимает, какой смысл был вложен этим автором? Или все-таки они додумывают? Я за всех не могу отвечать. Но, во-первых, очень важно знать контекст. Да, то есть недостаточно просто знать художника и картину. Очень важно смотреть на ситуацию сверху. Ты должен понимать, в какой исторический момент она была написана, да, что творилось в академии, что творилось в стиль, со стилями, что творилось в других странах. И тогда, может быть, ты будешь просто... Ты же не живешь в то время, поэтому что-то, что мы считываем на лету сейчас, нам не надо объяснять. Чтобы понять искусство там 18 века, тебе все-таки нужно погружаться в историю и в контекст. Это раз. А тогда ты будешь понимать, что этот предмет здесь не просто так, что, к примеру, там Петр кисти Антропова не просто в парике, а в парике немецкого короля Фридриха, потому что он был его кумир. И для Петра было очень важно носить немецкий парик, потому что для него тот был кумир. То есть, зная этот исторический факт, я сразу оценю его парик. И что хотел сказать художник, изображая его в нем. Также многие художники оставляют дневники, да. Также критики, которые, ну, если мы говорим особенно про вторую половину XIX века, про XX век, выставка и сразу огромное количество критических отзывов современников. И ты на основании этого уже черпаешь информацию. Ну, а что-то, наверное, кто-то додумывает. Искусство абсолютно любого десятилетия — это миф. Марина, как ты считаешь, почему большинство художников, они становятся популярны, известны лишь после смерти? С чем это связано? Ну, что такое искусство? И было ли это искусство духовным отражением, да, того или иного периода? Либо был ли этот художник великим, а следовательно, совершил ли он некую революцию, сделал ли он что-то такое, что не делали до него, и сыграло ли это важную роль в становлении стиля, да, в изменении чего-то, это показывает только время. Нужно, чтобы прошло время, чтобы понять, что Сезанн не просто мастер самоучка из Экса, а он сделал целую реформу, он изменил понятие перспективы. Он понял, он дал понять художникам, что превыше реальной материи стоит художественная материя. И для этого потребовалось время. Можно ли сказать, что искусство равно сумасшествию? Это зависит от искусства. Если мы говорим про такие направления, как, ну, к примеру, символизм, где главная задача — видеть иррациональное в рациональном, но тот же Врубель. Он видел знаки иррациональные в повседневной жизни, да, за каждой его сирене она кишит демонами, которые он видел, да, а мы нет. Но это, наверное, для этого нужно быть сумасшедшим. Но есть очень
оптимистичная живопись. Есть, к примеру, соцреалисты Пименов, Дейнека, которые писали миф, а очень красивый. Они верили в это, что так будет завтра. Очень красивый, гармоничный, абсолютно идеальной картинки завтрашнего дня. Но они были суперздоровые люди. Они верили в то, что завтра будет совершенный человек с идеальной мускулатурой, человек нового времени, и будут идеальные колхозы, идеальные заводы. У них суперздоровая, мне кажется, была психика, несмотря на ад, происходящий вокруг. Но если говорить в процентном соотношении, то да. То все-таки да. То все-таки да. Марина, посоветуй, пожалуйста, мне и нашим зрителям, на что можно сходить в ближайшее время. В самом начале октября открывается выставка Дягилева в Третьяковской галерее. Поэтому, конечно, я советую в первую очередь пойти туда. А также центральный павильон на ВДНХ – это теперь филиал Третьяковской галереи. И, собственно, в ближайший месяц там будет открываться в этом центральном павильоне большая выставка соцреализма. Как раз это очень оптимистичное искусство, которое сейчас необходимо, в котором нет ничего иррационального, а просто содержание, в которое люди свято верили, что завтра будет очень здорово. И, кстати, я очень советую всем сейчас смотреть искусство соцреализма, как бы это ни звучало странно, потому что, во-первых, там очень радужная повестка, во-вторых, так как там не было сформулировано, что такое стиль соцреализм, то отправной точкой была такая фраза, что советский человек достоин самого лучшего, поэтому обращайтесь к самому лучшему в плане стиля. Ну а многие успели побывать в Италии, и самое лучшее это все равно был Рафаэль, то есть старые мастера. Поэтому по форме оно прекрасно. Там столько ренессанса, а по содержанию оно очень радужное, и после него хочется скакать через одну ступеньку. Но и Дягилев — это все-таки русские балеты в Париже, это все, что очень ярко, красочно, это те краски, которые не настолько дикие, что они прям в тебе будят вот эту жажду жизни. На что для тебя ближе, классика или современное искусство? Тут даже думать не нужно, конечно, классика. Классика. Все, что начиная с 1910 года, для меня это там может быть очень интересно, очень любопытно, но все-таки это некий эксперимент. Я имею в виду 10-й, 20-й авангард и современное искусство. Когда нужен ресурс, да, когда нужна вот именно такая подпитка очень мощная, это в любом случае всегда старые мастера. С вами была Мария Голубева, искусствовед Третьяковской галереи Марина Шилова. Всем пока!